политолог и историк Ризван Гусейнов. Никто из нас не хочет, чтобы его дети и внуки пережили то, что пришлось пережить нашему поколению в конце прошлого века, что пережили наши предки в 1918 году. Поэтому надо помнить. Помнить – это не значит жить ненавистью. Это значит не допустить повторения. К сожалению, на тот момент азербайджанский народ еще не имел государственности. У нас не было ничего из того, что имели армяне. Ни мощной внешней поддержки, ни большого количества оружия. У нас не было политико-террористических организаций вроде Дашнак-Цютюн. Потому что это чуждо нашему менталитету. У нас также не было организаций, способных эффективно противостоять армянской агрессии. Была секретная контртеррористическая организация ДИФАИ, сформированная в целях противодействия дашнакам. Но она не могла выполнять такие масштабные задачи, как защита территорий. К счастью, у азербайджанского народа нет такой ущербной и искаженной исторической концепции, как у Армении. Нами не управляет институт вроде армянской церкви, поколение за поколением отравляющий умы армян. У нас нет такой псевдоистории и нет внешних заказчиков, оплачивающих весь этот преступный бред, который, кстати, в итоге ведет к катастрофе самого же армянского народа. Фашистская концепция, исповедующаяся армянами, всегда ведет к тому, что у разбитого корыта оказываются они сами. Армянский народ своей кровью расплачивается за то, что с ними делают его лидеры при спонсорской помощи извне.